Как вы помните с прошлого ролика? Наверное, помните? У меня появилась цель, которую я хотел зарейдить. Но для этого мне нужно было знатно подготовиться. Эти ребята зря нарвались на такого фермера, как я. Они даже и не представляли, какими бывают злые фермеры. Я жил возле сферы, и по счастливой случайности крейт скинули именно на сферу. И я отправился сразу туда. Чтобы воплотить мои желания в реальность, мне нужно было найти калаш. Да. Я слышу, где? Да, это изи. Вау, большая печка выпала. Не знаю, хорошая ли это идея. Ты видишь этот дом? Он умер. Пам-пом поднимался. Ничего себе. О, так нифига, тут турель выпала. Ты чё, турель это имба. Нет. Там тип. Он почувствовал. Ну ладно, МВК дверь это уже неплохо. Будем честны. Я знал, что рейдить меня уже собираются мои соседи. И я купил бур, чтобы нафармить немножечко камня и расширить свою крепость. О, сачели! Как по рейдил, брат. Это все мне надо изучать. Ё-моё. Ой, сейчас бы чувак окупился, если бы меня убил. Просто мега окуп. Нафармив достаточное количество ресурсов, я начал укреплять свою ферму. О, так я нифига себе какой дом могу отбабахать здесь. Здесь нужно много гаражек поставить. Раз, два, три. Я надеюсь, они поставятся. Чё-то нифига себе какой дом получился большой. Слушай, дом похож на какого-то, не знаю, на черепашку. Но теперь точно его захотят бахать. Дом 6500 камня хавает. Офигеть просто. Сачели я изучил, но мне нужно вернуть былую мощь моего домика, потому что, блин, света нет, ничего нет.
Да, компонентов у меня не так уж и много, конечно. Электричество я провел, но мне нужна была вода, чтобы мои растенийцы подрастали. Сейчас мы наберем водички и снова восстановим нашу ферму. Так, сюда нам нужно наполнить водой. А можно как-то это по-другому сделать? Так, мне теперь нужен шланг и провод. Красота! Вы можете меня спросить, а что это с землей? А я вам отвечу, а фиг его знает. Это какие-то лаги текстур. Ну, в принципе, выглядит неплохо. Свой дом я полностью восстановил, но мне нужно было нафармить очень много серы, скрапа и так далее. И свой фарм я начал с серы, так как ее нужно было еще и наплавить. Это мини-фармерок бежит, да? Бежал. О, бурчик. Спасибо. Я как раз серу хотел пофармить. Какой заботливый гражданин. Блин, а там же кто-то чистит милитарку. И я был бы не я, если бы я туда не заглянул. Отлично. Сейчас еще один тайничок спрячу. Если что, фонарик у меня есть, это хорошо. Тут двое берданчиков. Как минимум. Лол. Не знаю почему, но он пошел у меня пушить. Я жил далеко от милитари. Но так как я убил двоих полностью, я подумал, что у меня есть шансы. Тут мне подсказывают, что они убегают дальше, да? Пока, ребят. По-моему, мы так неплохо сейчас типов подняли, да? Очередное доказательство, то, что просто ливать, когда тебя убивают, нет смысла. Нужно бежать обратно в эту же сторону, где ты умер, и добивать последнего. Повезло то, что я тех двоих добил, потому что он ждал своего тиммейта. Чтобы тот залутал себя.
Дверь у меня открывается сюда. Гантрап у нас будет стоять вот... как-то вот так один, чтобы его разбить было сложно. Ё-моё! Не в ту сторону. Так. Вы задолбали уже? Вы будете когда-то вырастать, нет? Вау. То, что надо. Маленькие сочные калашистики. Они в белом сете. Патронов нет? Это самый изичный калаш за всю историю Раста. Кстати, это, по-моему, были те, кого я хотел бахнуть. Или хочу бахнуть, будем честны. А теперь скажите, что четырехкратка на берданке — это не имба. Ну такие ребята, сочные, сочные, согласен. И они с этого дома, как я понял, да? Так, мне нужен скраб. Мне нужно около... так, 1000 скраб... нет, 700 скраба мне нужно, чтобы поставить третий верстак. Блин, давайте будем честны. Убивать этих бомжей я не хочу, но посмотреть, что в них... желание присутствует. I pick you up, don't worry. Две пружинки мне нужны были. Все остальное, не знаю, нифига себе тут вышка отстраивается, чуваки, вы там это, полегче. Я ж потом убежать никуда не смогу. Это что такое? Это вот эти чуваки отстраивают? Нифига себе, сказал я себе. Как я уже говорил, мне нужен был скраб, и поэтому я лутал все-все-все РТ-шечки. Но и не пробегал файты, так как в них можно повыбивать много чего полезного. Здорово, пацаны. О, что-то слабовато у вас по лоту. Реально. А, вон красавчик лежит. Мне нужно 1000 скрапа. Нет, какая 1000? Мне где-то 1800 скрапа нужно. Отлично. Your English is so good, my friend. I'm not your pick you up because you try to kill me. Okay, no problem. Чипизи, ты что ли? Нет. Туруруруруру, туруруруруру, туруруруру, туруруру, туруруруруру. Собака, я тебя тоже люблю. Бобик, ты мой лучший друг. О май. О май. Смотрите, сколько мне пушек насыпало. Вот этот челик, по-моему, принимает карточки, да? Да.
Ой, как хорошо. 350 скрапа навалило. У меня была большая печка, которую я сразу захотел поставить, так как металла у меня было не очень-то и много. Поначалу все шло довольно неплохо, пока я не решил переработать свою нефть под сферой. Ну, эта вышка, это, наверное, классный. Очень прекрасный геймплей. Главное, интересно. Согласен, очень интересно. А, ну, даже так. Ой, как хорошо. Ой, как, какие сильные ребята. Они же не могут отстроить вышку, чтобы на ней сидеть, верно? Ну, такого не может быть, нет. Они отстроили вышку, чтобы просто отбивать дом от рейда. Не чтобы на ней сидеть и просто стрелять по типам. Сколько мне лестниц на эту вышку надо? Много. Не факт, что у меня еще получится на нее залезть. Да, на этих ребят у меня немножечко подгорело. Знали ли бы они, что мы делаем с такими ребятками? Сколько у меня есть веревок? Почему я их не вижу? Честно говоря, я думаю, у меня 10 лестниц не хватит, чтобы к ним подняться. Раз, два, три, четыре, пять. 17 этажей! И плюс на этот гриб еще нужно как-то забраться. У них окна нет. Дело пахнет говной. Стройся, братик, стройся. Как мне забрать их шкаф? Мне нужны мои челики, срочно. Алло, вы тут? Алло, да. Мне хелпа нужно срочно. Тащите шкаф и стекло. Вы умеете бронированное делать? Нет. Стекло нет. Сейчас. Только это... Короче, я в вышке у тех типов, которые огромный клан. Я могу шкаф у них на изи сломать. Но вам нужно будет как-то сюда залезть. Я попробую их убить, а вы попробуете сюда залезть. Тихо. Убил его. Короче, без вас я тут не справлюсь.
Мне просто нужно будет отсюда хотя бы застроить их вышку, потому что эти бомжи нам поиграть не дадут. Они тебе лезут четвером. Четвером лезут? Мне страшно. Двоих убил. Это ты подо мной с калашом? Нет. Где на вышке? Я не понимаю! Чуваки, мне страшно! Я не знаю, где они. Еще одного убил. Ты жив? Тихо. Где они? Смотри, юбайт. Раз, два, три. Убил! Один, последний на вышке остались. Я не знаю, как спрыгивать отсюда. Как мне спрыгнуть? Через понятие. Сейчас я смотрю. Сзади, сзади! Двоих убил, одного убил. Как мне отсюда убежать? Убил! Еще один там с факелом. Сзади, за вышку. Он бежит! Убил! Подбеги вниз, я упаду, ты меня поднимешь фастом. Спасите меня кто-нибудь! Спасите меня! Еще один! Убил еще одного! Еще одного убил! Брат, подни! Еще один есть. Если его падут, ты меня должен поднять. Тихо. Сзади вижу. Убил двоих. Хорош! Если его паду, поднимешь меня? Поднимайся. Я жив! Я тебе помогаю, я тебе хилю. Хиль. Все. Бежим! Бежим отсюда! Убил двоих. Я убегаю. Сколько я там их убил? Чё, как постреляли с болтовок. Главное, чтобы они не видели, где я живу, иначе сейчас будет ГГ. Они не поставили окна, поднимаются. Мы можем к ним опять запрыгнуть. Но мне нужна инфа. Один человек должен остаться инфу давать. Вижу типа в топ-гире. Двое. Два хита ему дал. Убил. По-моему, убил, я ему голову дал. Я убил. Да, найс, все, я ему просто хит голову дал. Еще один за скалой. Убил еще одного. Нормально, я ута еще одного. Беги. На топ-сет. Дядь, нам нельзя сдаваться. У меня 2 хп, если что будет. Воюем до последнего. А, меня лопнули. Они окно принесли. Как к ним залезть? У меня 8 лестниц есть. Нашего утают. Забейте мне берданка, забейте. Я убил, он мог в спину нам наваливать. У меня тип, стой, тихо, слева. Мне с болта дали, на крыше 2. Еще минус 1, тут еще один. На крыше 2? Да, 2 с болта. У меня в антираде. Меня убили. Где он именно был? Нет, вы сможете прибежать? Тихо. Минус. Я не сдамся. Еще убил. Меня пушит. Убил. Хорош. Да, на кон. Еще убил. У меня есть скилл. Он лутает. Кого лутает? Вижу. Я к ним наверх поднялся. Нет, я вниз упал.
Меня чуть не убили, блин. Чувак, может быть отбежим? У меня калаши есть. Когда все с калашами? Я не знаю, как к ним туда подняться, это сложно. Где чувак с болтовкой один? Убил. Прям там, прям там, прям там. Дуйте, 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 дуйте. Нормально. Я сзади вас бегу. Убегай, убегай, убегай. Просто давай, беги. Давай, давай. Я сзади вас специально. Бегите. Все, найс, 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 найс. Бегите. А я нокнули. Да я убегаю. Я убежал. А мы походу уже побежали. Дай, 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 бегу. Нам хилки нужны. Кто-то может принести? Я сейчас я, принесу. Я дома. Ты жив? Нет. Но как мне кажется, руфкемперов мы наказали неплохо. После этого они садились на вышку уже не так часто, как было до этого. Но у меня была цель – зарейдить тех, кто рейдил мою ферму. И я к ней приближался все ближе и ближе. Тех ребят, которые мне помогли, начали рейдить. И я побежал помогать им. Дим, можешь помочь? Я бегу. Они дальше накидывают. Да. Сколько их? Пятеро. Осталось двое или трое в живых. Сам меня убили. Убил. Убил. Еще один, еще один. Еще бежит, тихо. Еще убил. Еще один, еще один. Где? В доме. В доме на инфике. Недостроенный. Я сейчас зайду. Он умер. Он умер. Сервис. Посмотри, там очень много лута вокруг. Я никого не лутаю, нет смысла. На, дверь у меня как раз есть для вас, на. На. Как раз крафты. Открой, что у них было по взрывке? 6 чели. 6 чели я нашел. Слабо. В итоге их домик мы отбили. И они мне взамен дали экспу, которую я как раз не умел крафтить. А, мне экспу надо еще изучить, я и забыл про это. Так, ну чё, пора на крафт становиться экспы. Это будет долго, согласен, но что поделать. Мир так устроен. Девять сишек уже можно сделать. 10. Накрафтив все сишечки, я отправился рейдить этот дом. Наконец-то. Я бы взял немного дерева, камня сразу и дверь поставил на крафт. Дверь, замок. Дальше у них камень, это хорошо. И металл. Отлично. Патрульный вылетел. Искать, где что рейдят. У вас что? То у вас лутовая, но как мне попасть? Вау! Шкаф закрыт. Все вроде? Вроде все. Вау! Нормально закрылся. Мне даже страшно смотреть, что у них есть. Ё-моё!
Ладно. Может, у вас бурчики есть, ребят? Вот такой вот хэппи-энд. Рейдеры и руфкемперы были наказаны. Фермер Чизи победил. Что может быть прекраснее такой концовочки? Ну и спасибо за ожидание. Надеюсь, история из двух роликов вам понравилась. Ну и да, жду 15к лайкосов. Думаю, это вполне заслужено. И помните, если вы встретите фермеров, остерегайтесь их. Они могут быть очень опасны. Всем пока.